Добрый день, дорогие зрители. Сегодня я хотел бы такой небольшой ролик выпустить по поводу, сколько в итоге жрет от общего процента использования батареи за день сеть, ну, мобильные сети, я имею в виду. Смотрите, когда я пользовался сим-картой телефона, у меня выдавал где-то 6 часов, 7 максимум, да, ну, то есть 6-7 часов, в общем, работающего экрана. Давайте посмотрим, сколько жрет телефон без сим-карты, то есть без сети. В общем, на этом видео будет видно, что первый день у меня поработал 38 минут от начала зарядки телефона. Второй день у меня прошел 6 часов 40 минут. И как раз таки на третий день у меня вот эти 2 часа добыли. И в итоге, короче, около 10 часов работы экрана. В общем, в итоге около 10 часов работы экрана. То есть в обычном режиме у меня он съел 7 часов, 6 там с половиной, да, вот если сим-карта. Без сим-карты в режиме 10 часов, и при том у меня еще стало 17%, то есть часов 11. То есть практически очень дохрена жрет сеть вашу батарею, практически одну треть, если не больше.